Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить Гарри Поттер и Орден Феникса. В прошлой серии мы с вами нашли горгулей. В этой серии будем с вами... Что делать? Будем с вами смотреть задания какие-то, искать, да, что еще можно выполнить. Джинни и заклинание редукта. Она же у нас уже в выручей комнате. Захария Смит в библиотеке. Давай сходим к этой Захарии Смит, я ее еще... Давай к Захарчику сходим. В прошлой серии ее еще... Захарчик захаркался. Фу. Так. Слюнями. Побежали, в общем. Побежали, следы приведут, все равно куда-нибудь. Они вляпались, они всегда вляпались во что-то и нас всегда будут куда-то вот вести. Сюда? Mm-hmm. Бомбу в лепешку. Они всегда вляпавшись ходят. Ой-ой-ой. Вот я и говорю, для детей это не очень безопасно. Вот и для детей сделали, что типа он не падает. Для детей. Ждем лифт. То есть, хочешь сказать, там какое-то заклинание, да, стоит, которое не пускает их туда? Фигурно. Чтобы вот они туда не упали. Оп, это товарищ-разработчик туда поставил невидимый. Я понимаю, да, в какой-то там части Гарри Поттера мы играли, мы там вообще прыгать могли вниз на таких специальных платформах. Это, да. По-моему, или первая, или вторая часть была. Так-так-так. Каждый раз подходит что-то новое. Так-так. Где бы, ну, да, они сделали. Облегчить. Картина живые, картин много вообще здесь. Назад, действительно. Давай сходим. Кабанов нашли. Почему-то они оказались. Эй, не горгуль. Хочешь, пойдем к остальным? И порежем всех на куски. Следующее занятие ведет профессор. Вот, мы, значит, скоро уже, наверное, до нее все-таки доберемся. Да давай. Захария Смит. Давай, Захарчик, где ты там? У ховертки? Да. Горящие у ховертки. Они следят за нами, постоянно следят. Ох, заткнул бы тебя рот. Почему у тебя такой голос странный? Да, заткнул бы тебя рот. У меня нет всего трех карточек. У тебя они есть? Нету. Нормально. Ну давай, так, бешеная рука. Слушай, знаешь правильный ответ? Можно посмотреть в твою книгу? Снег замолчал. Нет, нельзя, ни хрена. Или голову свернет, если заметит, что я до сих пор не делаю домашнее задание. Так, где наши следы? Какие еще следы? Ингредиенты? Вот, пойдем. Можно спросить у остальных. В банный зал? Пойдем в банный зал, там, где старосты моются. Мы посмотрим, как они моются. Какие глаза странные. Мы пойдем с тобой резать. Ох свинью. Ты, подожди. Фаер. Пока. Фаер. Где у нас фаер? Как у нас огонь использовать? Это что-нибудь там поделать-то? Главное, как у него. Фиг поймешь, как... Не так, не буду сейчас не так, а в другую сторону. А вот так. А вот так. Пойдем. Давай-ка лучше повыполняем задание. Чуть. Да, мы сейчас выполним их. Какой-то у нас поджечь. Акапулька, яй-яй-яй. А, это не Акапулька. Инсендио. Так, понятно, я же нажимаю. Вот. Откуда ты знаешь, что за инсендио? Исследование предмета. Давай, исследуй. Ради шариков. Шарики, все любят шарики. И коты любят шарики. О, смотри, призрак летит. Какой-то зомбированный призрак. Вообще не может двигаться. Паралич у призрака. Привет. Ёбка, что. Мы его задание выполнили, интересно. Фигура. Мы его задание выполнили. Побрили. Побрили пупок, чтобы он мог него дышать. Гарри, ты будешь смотреть наверх? А, это тоже можно смотреть. Ну-ка. Стряхнули. Ни хрена себе, стряхнули пыльцу. О, молодцы, что-то да, помогло. Да, хорошо, они уже... Так, мы почистили себе волосы халатиком чуть-чуть. Да развернись ты, ну что ж ты, а, никак не можешь-то. Горюша. Вот наверху не могу зажечь там факелы, ладно. Добежим в следующий раз. О, так. Ну вот и Захария Смит.
Может, сказать ему про собрание? Расскажем, раз уж он знает. Это про он вообще. Я думал, это остаться с женского пола. Ну, а я тоже думал, что. Захарий! Привет! У нас будет собрание. Нет-нет, у меня еще масса дел. Сперва домашнее задание, уж ты должна меня понять. Да, понимаю. А если мы тебе поможем, ты придешь на собрание? Что? Думаю, да. Но сперва мне нужно взять чудовищную книгу о чудовищах. Ладно, мы тебе ее принесем. О, вот эта книга. А теперь пойдем за чудовищной книгой. Нам нужны люди, правильно? А то труба будет. Придет Лысыч. А где чудовищная книга? Она где-то здесь лежала. Счастливо. Она где-то здесь. Помнишь, мы брали ее, ну там, посмотри, в библиотеке. Она где-то лежит, чудовищная книга, такая фиговая. Жрать хочется. Перо стырило. Помнишь, она наверху лежала где-то? Или там где-то лежала? Пойдем туда. Пойдем. Она фуфловая такая, уродская. Вот она лежит. Кажется, это нужный отдел. Чудовищная книга о чудовищах должна быть где-то здесь. Так вот она, видишь, Гермиона вот все подскажет. Та самая Бери. Книга, которую нужна Захарии. Отлично, Гарри. Давайте отнесем ее Захарии. Че? Пупок, ты где же? Че жрать-то? Как он ее в третьей части прикольно брал, помните? Когда он на кровати сидел, она там под кроватью ползала. Все, книгу. Вот это был прикол. А давай хмарю книгу. Вот, на, держи. Насчет собрания. Собрание. Что с тобой, Рон? Нужен рябиновый отвар. Сходите в больничное крыло. Рябиновый отвар? А что тебе еще надо? Видишь, просто не все так просто. Книжечку найти было самое легкое. Так, куда? Больничное крыло? Да, больничное крыло, вот оно. Пошли. Интересно, мы там еще не были с тобой. Да, не Сходим. Были. Сходим. Пошли. Разочек. Проведаем больничный крыло. Зачем тебе рябиновый отвар? Ты что там хочешь Этого? Сделать? Мадам. Как я забыла. Помфри, как-то так. Это правильно. Рыжес, ты сказал то, что нужно сказать. Скоро грибы пойдут, и ты будешь... Тебе сразу будет, и тебе дадут кличку. Рыжик. Чего орёшь-то? Хорошая. Привет, эй. Улыбайся. Кто-нибудь одолжит осадку? Могу помочь. А ты? Чего вы здесь шаритесь? Идите отсюда. Так, отойдите. Чё, так долго перемена, что ли, идёт? Это мы уже использовали, что ли? Да. Ох, они опять. Повсюду здесь. Опять хмырю, что ли? Да. Горящие уховёртки. О, они повсюду! Они ты уже чуть-чуть бесить начинаешь, чувачок. Да, меня он уже бесит уже аж две серии назад. Он меня уже бесил, да? Я просто молчу. Терплю. Голос бы ему чуть-чуть подкрутить, чтобы был не такой, как будто он шариком подышал. Вот так вот. Нужно бегать в горюше. Вот сюда идем. Искать хмырюшей. И звать их хрюшей. А как же? С кем там разговариваешь? Не знаю, Жей, да что вы как эти столбы встали? Да идите спать. Да что ж ты сам-то пристал? Пупок, ты что, влюбился сам в Гарри? Сам пристал, да. Что обзываешься? Лезет что-то к нам, подстраивается. Дайте пройти. Да уйдите отсюда, столбы. Вы видели Если большего нет. идиота? Я нет. Я нет. Где следы? Вот. Побежали в больничное крыло. Рябиновый отвар? Интересно, зачем он Захарии? Какая разница? Пойдем в больничное крыло, принесем, что надо. Голову мыть будет. Вот зачем. Ну-ка, а там мы сделали? Огоньку. Тараканов Потому своих изводить будет. Темновато, да, по-моему? Вон там еще. А, я все. Ой! Подожди, нам значит, не туда. Я знаю. Я все знаю. Шарик, ты хочешь... Рон, почему он так говорит? Ему обидно, что Гермиона ему знаю, не помогает. Да. Ну, вот, ради соб... А теперь поищем этот самый рябиновый отвар. Так вот он. Ну, нам его и показали как раз. Спасибо за подсказку, игра. Товарищ разработчик. Давай, рябинович, бери. Вот он. Нашел. Самое легкое задание. Отдадим его Захарии. Пошли.
Куда так, ты его... теперь топаем в библиотеку. Нельзя так сразу оказаться, нужно бежать, ножки развивать. Да, нужно именно так вот. Давай, оп-оп-оп. Эй, что за хрен? Стоп-стоп-стоп. Смотри, что не мигают. Акция! Отлично, Гарри. О, вот что надо сделать, понятно. Интересно, что эти шарики-то делают, ёбу, как они доперли. То же самое делает, акция. Все. Все, шарик взлетел, все. Не, а вот я думаю, хрень кровать лежит. Тоже светится, видишь? Ну да. А что ему надо? До пульса, да? Ох, смотри, как здорово. Давай, давай, здесь шарики. Здесь можно помочь ей, этой бабульке, которая тут работает. До пульса, посмотри, как этого делают, заклинание. Во! Отлично, давай следующий. Там еще кровати куча. О! Так, нам шары в бужбан летят. Собрано 970. Короче, отлично. Нужно все шары эти собрать, да? А что ты закрыл? А, открыла. Во, открывай. Кроватку заправляй. О! Так, еще здесь осталось. Придут, и все хорошо. Уборщица плохо работает, или медсестра. Гарри шарики получает за это. Нам-то нужны эти шарики, поэтому... Вот здесь. Все. Ох, красота. Заставочку... А, нет, заставочку не покажет. Знаешь... О, получил награду 6 уровня. Гарри, сила ваш... в нашей тайной комнате появилось столько нового. Да. Новый вид Василиска появился. Замечательно. Дверь кусать, а ты будешь спать. Инфендиум. Что за работу? О, запыхтел самовар. Да, интересно. То сделали секреточку тоже. Странно, шаров этих просто немерено. Значит, надо походить, все пособирать. Да, да, то есть где можно, там лучше, конечно. Ну, потом будем собирать, да, когда-нибудь выйдем время. Да, попробуем. Привет. Там горит? Факел. Горит. Факел. Факел. Так, ну куда? Наверх, наверх. Уберись отсюда. Мне надо следы увидеть. Наверх, я тебе говорю, наверх иди. Эти титры тут. Висят. Да столбы, смотри, не дают пройти, долбай. Смотри, да. О, разошлись. Все, хватит болтать, подружки. Прям заболтали. Идите отсюда. Смотри, как это важно. Ходит по кругу и смотрит на муху. И тебе привет. Я иду в советник отправлять письмо. Гарюша. То есть здесь вообще жизнь кипит? Кипит. Че это такое? Видела? Это у нее игра какая-то, нам же писали. О, я уши затыкаю, давай, все. Он сам как уховерт. Они следят за нами, постоянно следят. Я поняла, это он и есть горящая уховертка. Он же следит за нами, правильно? На самом деле это он и есть. А прикидывается, что его нет. Что это не он. Ему заткнуть уже. А, ладно, я уши буду затыкать, когда мы будем проходить. У него хорошая лысинка, да, мы возьмем вафельное полотенце и натрем, ему еще будет лучше. Порядок. Давай ему отвар нальем на лысинку. Порядок — это что-то типа местного, как дела, да, наверное. Как дела, хорошо. Мы сейчас войдем в библиотеку. Старайся быть повежливее с Захарией. Хорошо будет. На, колбу. Держи, да я с этим заданием давным-давно покончил. Сейчас меня больше интересует год смерти почти безголового Ника. Вам, гриффиндорцам, это несложно узнать. А если мы сделаем это, ты пойдешь на собрание? Да, какой, да, наверное. Какой капризный гад. Офигевший вообще. Вот он, Ник, узнаваемый. Ник. А, молодой Гарри, меня нам... ищете? Сэр Николас, скажите, пожалуйста, когда вы умерли? Вы забыли? Ведь вы же были на праздновании 500-летия со дня моей смерти. Точно, на втором курсе. То есть вы умерли в 1492 году. О, Колумб знал, тогда Америку открыл, или когда он открыл, да. Почему-то в последнее время меня часто спрашивают о том, когда я умер. Надеюсь, мне опять решат устроить праздник. Получил, давайте, еще 10 заданий. Так вот, Захария. Сэр Николас умер в 1492 году. Понятно. Так я и думал. Ты и так все знал? Собрание на седьмом этаже.
Чтобы найти комнату, тебе нужно просто подумать о собрании отряда. Ладно, значит, там и увидимся. Бесячий тип вообще. Дошел. Ух, гадюкин. Дошел он все-таки, выполнили мы. Такой каприз. Задание очень какой-то капризулька вообще. Шел он в комнату. Ли Джордан. Давай, кого ничего, Ли Джордан. О, кабдис, так, мы сейчас будем... Фейерверки какие-то. Давай посмотрим, что за фейерверки. Колин Криви. И заклинание Петрификус. Подожди, а что, он не дошел, что ли? Мы же его вроде послали уже. Колин? Захарий и заклинание Ректусемпра. Подожди, где он там? Они вдвоем, что ли, там? Хорошо, давайте пойдем опять к этой Захарии. К этому? Да, то есть... Захарий, ты попен, что попок? Подожди, так он там в комнате, зачем на комнате? Не, похоже, что он не в... Подожди, может, в комнате все-таки? Там было, он сейчас было написано 16. Так... А, это может и есть выручая комната? Наверное, да. А может... Раз они... А, и Колин Криви, точно. Мы их будем постепенно, наверное, заклинанием этим обучать. Да. Ли Джордан. Кого еще-то туда надо? К вот этому пауку, Хорнер. Давай найдем ему Мандрагору. Ему Мандрагору нужна? Да. По-моему, ему нужно, да, невыполненное задание. Минерва, жесть, вот это имя, Минерва. Минерва, да, в кошку превращалась. Да? Да. Ё. Это вот... Чё ты здесь помнишь, что ли, тоже она в каком-то фильме, она там со стола спрыгнула, бабулька, да. А, Минерва, понятно. Да, МакГонагал, ёбок. Да. МакПонагал. Слушай, знаешь правильный ответ? Кстати, знаю я никакого ответа, иди ты со своим ответом. Сюда вот. Надоели вы мне. Кабинет трансфигур. Их трогаешь, никак. А ты чё меня тронул? Да, ты да, чё да, меня просто... тронул? Куда эти следы? То туда, всё куда-то. След. Иди куда-нибудь уже. Хорошо, вляпайся так, чтобы отпечаток был. Привет. Хороший. Так, иди. Иди, иди, гуляй. Пошли, Поттер, все выполняй. Уизли, мисс Грэнджер, у меня для вас задание. Для вас, то есть для двух новых старост. Ну нахрена так не подошло. Да, профессор? Я ожидаю нескольких первокурсников, которым назначены дополнительные задания. Но они, похоже, прячутся в башне прорицаний. Передайте им, пусть немедленно явятся сюда. Конечно, профессор МакГонагал. Охрененно, они даже моргают. Вот это офигенно сделал. Да. Когда я был первокурсником, мне и в голову не могло прийти ослушаться профессора МакГонагал. Ну да, конечно, Рональд. На первом курсе ты только сражался с троллем. Укрывал дракона нелегала и не слушал советов профессора Дамблдора, чтобы Гарри смог схватиться с профессором Квирреллом. Пойдем уже. Че, сейчас идем к этому? Мы же его туда в комнату засунули. Засунули. Что ты там делаешь? О, пропустила, да? Кого? Кого? Инфендио. Давай исследуем. Что это за хрень? Герб носа, что ли? Это какие-то типа доска почета, что ли? Ну, они, наверное, везде по всему замку раскиданы. О, близняшки, что ли? Ёп. Да, точно, точно, близняшки. Привет. Даже руку подняли вместе. Ну чё, туда ну дверь. Привет, Падма. Парвати. Придете на собрание отряда Дамблдора? Ну, вообще-то мы должны встретиться с профессором Трелани. Она истолкует мой сон. А после этого вы придете? Не знаю. Встретимся на кафедре прорицания, и тогда решим. Пока. Пока. Че? Опять задание осталось выполнить. Куда там? Что это с ними? Не спрашивай. Падма меня вообще поднимает на смех с самого святочного бала. Она все еще расстроена из-за того, что ты с ней не танцевал. Она ничего не сказала. Ох, Рон, то, о чем девушка молчит, важнее того, о чем она говорит. Тебе бы книги писать. Что чувствуют девочки, когда делают глупости? Так, идем куда? К хмырю? Это Майкл Корнер, нет? К нему? Так, еще один. Ну, это незапланированный, так сказать, и как и они, в общем-то. Эй, а правда, что сегодня будет собрание отряда? Ты еще погромче заори, а то Малфой тебя не слышал. Жду не дождусь этого собрания. Я не в курсе, знают ли о нем Терри и Энтони. Лучше сам им скажи. Уже сообщили. Увижу Джинни, все и передам.
Встретимся в выручай комнате. Ух ты, ёв, смотри. Отлично. А ему не надо. Вычеркиваем Майкла Корнера, Энтони Голдстейна и Терри Бута. Скажи, Гермиона, обязательно было тащить в отряд столько народу? Мы должны быть рады, что столько народа хочет к нам присоединиться. Хотя Майкл наверняка бы не пришел, если бы не Джинни. Она дружит с... И давно? Они с Майклом вместе еще с конца прошлого года. Ладно, мне не нравится. Тоже мне удивил. Ни хрена себе, зашибись. Да, 19 и 28. Сразу. Хоть да. Задание поменьше надо. Хоть задание. Скоро уже закончим, добьем эти задания. Ну, еще 10 челов. О, нет, 10. Или Джордан, Колин, Криви. 20. Вот они все 9 там. Заданий еще. Эрни Макмиллан. Вот мы ему не сделали задание. Да, еще будем потом, да, задание Анна выполнять. Хаба, да, будем дозаполнять эти флиты. Хаба-буба. Северус Нек, Парвати. Бубба Костошки. А что мы ей-то делали, не помнишь? Падма Патил. Посмотри задание. Ли Джордан. Давай к Ли Джордану сходим. Так мы сейчас бежали к кому? Ну давай побежали к Ли. Ли Джордан это у нас этот. Озвучивал матчи, он у нас очень офигенно. Он так... Ой-ой-ой. Куда полез? Давай шарик в жбан. Надо все здесь делать по всему замку. И тогда что-то будет, наверное. А что будет, непонятно. Куда? Куда полетели? Куда? 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 Мы боимся высоты. Че туда полетел? Следы туда. Я понимаю. Я проверяла это. Рядом предмет есть, по которому можно забраться. Да? Да. А по какому? Вот сюда, что ли? Попробуй заберись. Интересно. Куда? Может, куда? Вот сюда вот? Давай. Ну-ка. Ну что ты, забирайся, Горюша. Или очки задуманились. Не хочет? Что-то вниз а показал, да? Он? Значит, не хочет. Куда можно забраться-то, интересно? Привет. Ладно, тогда попрям. Мне кажется, вот куда-то туда наверх можно забраться. И вот, ребята, кто знает, пишите, что же здесь. Чё куда ты, здесь можно хрень? Забраться и каким образом. Пока не будем на этом останавливаться. Пойдем, дойдем. Дали. Дали. Пойдем, дали, дойдем и сольем. Да ёп, испугала, скример рыжий. Здесь у нас что? Тоже что-то да? есть. Можно? Отлично. Так за... Ну да. Вон ну, еще. Да. Так тебя никто не трогает. Только не горячую ховертку, не надо нам. Можно зажечь, да? Да, да, да. Ну помогли бы, зажгли вы. А, ладно, хорошо, вы и так нам хорошо помогаете. Стоите тут. Да. Как надо? Они уже как эти, как пенсионеры. Смотри, какие-то. Так вот, нажать и так сюда. Да я знаю. Просто он не смотрит на него, понимаешь? Вот в чем дело. Подойди ближе. Гарри, прям все под факелом держим, блядь. Гарри, ты слепень? Тебе вторые очки одеть? Ну давай. Я говорю, они уже как старички. Ой, а помнишь, мы на каком-то курсе там такие уже эти пенсионеры вспоминают. Хотя что я говорю, мы сами иногда так говорим. Ну что там? Оль, зажигай ты. Может он горит? Ай, ладно. Да, может он и горит тоже. Может горит, да. Пойдем. Вот этот горит действительно, а тут ни хрена не горит. Да вот этот зажгется, попробуй. О, сейчас смотрит. Да, блин, надо, чтобы он смотрел. Чё ты там не видишь ничего? Как надо, чтобы ты смотрел? Enter. Так, это говорю, это памятник носу. Или герб носа, там большой нос. О, смотрит. Он не хочет смотреть, как надо? Да, на это он не смотрит, значит, может быть, их не надо зажигать. Угу. Так, пойдем по следу. Вот интересно, все картины вроде бы разговаривают. А Дамблдор, который умер в какой-то части, ну, почему он на картине не разговаривал? Он же должен был разговаривать тоже, он там молчал, по-моему, всегда. Да. Вот. Эй, эй. Мне это немножко непонятно. Он им должен был подсказать что-то. Победите, победите. Че это такое? Йоу. Привет. Где следы-то? Это сюда, наверное. Охренеть, мы здесь никогда не были.
Вот в этот проход не заходили. В задний проход мы не заходили. Давай сейчас добежим тогда и ля-ля тю-тю. Тю-тю ля-ля. Это хорошо, уже 19 человек помню. Вот. Хочется, чтобы дальше сюжет пошел. О, замечательно. Собрали еще. Хочется просто все сделать по всему замку. Да, 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 вот действительно. Потому что люди старались, сделали эту игру. Смотри, куда мы идем. Во, зажигай хмаря. Ну смотри на него. Во. Хорошо. Вот эти шарики на что-то влияют, наверное. То есть я уже забыл. Оно на что-то влияет. Они нам какую-то силу, что ли, увеличивают, ага. Что-то такое. Давай, вот эта хрень. Ну, что-то увеличивает, но он слабоватый, ё-моё. Не видит ничего. Он будет сильнее, если ему еще пару очков надеть. И линзы в глаза вставить. О! Уже косарь собрали. Вот смотри, сколько хмарей. Ну давай до полстопуза дойдем, что давай, там. Давай, давай, сейчас дойдем. О, ух ты, как смотри далеко, да, камера? Угу. Прыщик такой. Это они показывают масштаб. Да. Замка, что ли? Окрестности. Неплохо. Неплохо. Прям смотри, какой путь-то у нас длинный, да? Естественно, ну, давай, если бы мы не останавливались бы на этих факелах, то можно лучше было сделать их, наверное. Да, лучше, наверное, все-таки сделать, потому что раз есть возможность, раз он у нас сам тоже колдует очень хорошо. Колдун Гарри, ах ты маг. Давай, белый давай. Маг. Поджигаем. О, хорошо, посмотрим, лисочек. Уточки крякают. Вот еще один. Давай. Все, до хмыря доходим, ля-ля тю-тю. Мы почти дошли, вон он. Хоть бы эти бы что-нибудь чирикали. Ну, слушай, хорошо, что они всегда ходят следом за нами, да, это нормально. Мы не одни, нас шесть, нас пятеро точно. Вот прям вообще бесконечный. Лодочный... Лодочный сарай. Ох, здесь их прям трое. Вот он стоит, давай, сейчас к нему подходим, что он нам ля-ля, это поля, и сейчас заставочка, наверное, будет. Да? Может, не будет. Ну, заходи к нему, то есть, давай. Что ты нам скажешь, пупок? Вот он наш... Ой-ой-ой. Диктор. Куда это мы зашли? Вот он, давай. Гарри, ты можешь колдовать? Давай. Или ты только на птицах колдуй? Давай к пупку подойди. Видишь, он... Разбрызгивает слюни, вытирает. Он на птицах там что-то. Давай, я нажму. Как раз вас искали. Мы нашли место, где отряд может упражняться в заклинаниях. Надеюсь, вы не нарушаете школьных правил. Что ты? Нам такое и в голову не придет. Верно, Фред? Верно, Джордж. Особенно когда кругом старосты. Мы просто хотим кое-что отнести туда, где это кое-что никому не будет мешать. Особенно Амбридж и Филчу. Поможешь нам? Кто-то должен забраться в лодочный сарай. Мы поднимем к тебе эти ящики, и ты сможешь закинуть их в лодки. Мы были бы очень признательны. Вот, 5 заданий. О, так, они все поперли, что ли? Да, они, значит, будут нам подкидывать сейчас, а мы... Так, если мы здесь хранимся, мы же здесь не начнем, да? Что с этой птицей делать? Да нифига, она сидит, дрыщет. Вот, думаю. Ох, сама куда-то полетела. А может, ты подойди, Enter нажми. О! Я просто подошла. А, вот. Вот так. Смотри, ящики какие-то кинуть надо. Посмотри. Заставка? Вот сюда вот надо лестница, ползти. Да. Как здесь, как же по ней ползти-то? А это что за хрень? В эти лодки надо будет закинуть фейерверки, да? Ох-охо, да. Ну что тогда, закинем ну, потом. Тогда... Да, закинем потом, наверное. То есть мы постараемся с этой комнаты потом прийти сюда и начать отсюда. Так что мы всегда в комнате почему-то начинаем. Так что да, подписывайтесь всегда именно на там. Канал, вступайте в ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, пока, смотрите наших порождений.